Игра больших надежд и огромных разочарований. Хоккеисты СК «Уральского трубника» провели напряженный выездной матч против кировской «Родины». Обе команды боролись за важнейшие 3 очка в турнирной таблице. Первый гол в матче был забит на 36-й секунде, к сожалению, ворота Никиты Топорова. Через 5 минут хозяева поля вновь отличились. При счете 2-0 СК «Уральский трубник» берет тайм-аут. Следующие полчаса команды обменивались опасными моментами и стандартными положениями. К концу тайма счет был 3-0 в пользу «Родины». А под занавес первой половины встречи «Трубник» все же сумели распечатать ворота соперника, забив, как говорится, мяч в раздевалку. Вторая половина встречи началась под прессингом игроков СК «Уральский трубник». На 50-й минуте встречи счет 3-2. Затем игра стала более грубой, но не богатой на опасные моменты и голы. До конца матча команды заработали на двоих 80 минут штрафного времени, а итоговый счет встречи установили кировчане, забив 4-й гол. Следующую игру СК «Уральский трубник» проведет 15 января на домашнем поле в соперниках «Архангельский водник». Задача стояла забить быстрый гол, активно очень начать. Все складывалось в нашу пользу, 3-0. Ну а потом немножко опять расслабились, что-то игровая дисциплина нарушилась. Соперник вернулся в игру, скажем так. И второй тайм такой получился уже очень нервозный. Качели, как и соперник мог перевернуть игру, и мы могли. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Василий Ильич, пожалуйста, ваши комментарии по исходу этого матча. Да у меня нет комментариев.